Кого с утра принесло? Привет. Привет. Ты чай будешь? Да, давай. Хорошо. Разбывайся, проходи на кухню. Тебе чай зеленый или черный? Черный. Ну, как дела у тебя? Нормально. Как ты просила, твой черный чай. Спасибо. Чем сегодня займемся? Не знаю, может быть, можно что-нибудь погулять. Можно. У меня есть настольная игра. Планируем сегодня сыграть в нее. Можно. Привет! Привет. Ты кто? Мне так одиноко. В смысле? Ты кто? Я леди. Вы должны знать меня. Какая еще леди? Что значит вы? Откуда ты знаешь, что я не одна? Ты и твоя подруга. Я все знаю. Все знаю о вас. Знаю, как зовут. Отстань, хватит меня пугать. И как же, если знаешь? Я не пугаю. Тебя зовут Милана. А твою подругу зовут Ева. Откуда ты знаешь? И вы знаете меня. Нет, мы тебя не знаем. Я же все знаю. Так, это пранк? Точно? Точно. Мы скоро встретимся. До встречи. Что случилось? Кто тебе писал? Да леди какая-то сербская. Говорит, что она нас знает. И она знает, как нас зовут. Я не думаю, что это кто-то может быть по-настоящему. Скорее всего, это пранк. Но откуда она знает? Не знаю. Мне кажется, это шутка. Может, какой-нибудь моей давней подруги, потому что она у меня подписана как сербская леди. Ладно, давай отвлечемся и поразговариваем. Нам все-таки есть что обсудить. Слушай, мы же хотели с тобой сделать плакат к 1 сентября, помнишь? Да, я помню, только нам нужно будет какой-нибудь, ну, откопать где-нибудь большой лист или склеить несколько листов, чтобы, ну, можно было так вот записать вот это все. Ну, чтобы красиво еще получилось, там, может, потренироваться сначала на обычном листке. Ева, а что у тебя с кулоном? Не знаю, что мерцает. Ева! Ева! Я здесь уже была. Я что, вновь попала в другую реальность? Только здесь уже есть Милана. Правда, неизвестно, добрая ли она или злая. Здесь все по-другому. Надо исследовать местность. Может, что-либо найду? Здесь светло. Очень странно. Потом темно. Вау, здесь... Ева, Ева, ты чего пугаешься? В прошлый раз ты хотела меня убить. На этот раз что? Так я же с тобой сюда попала. Как я тебя убью? Я настоящая Милана. Да? Ну... Ладно, пошли посмотрим, что здесь вообще есть. Пошли. Похоже, это наша детская комната. Ну, все верно. Вроде ничего не поменялось, кроме красного света. Мне кажется, он везде в другой реальности такой. Ну, скорее всего. Может, это и отличие? Скорее всего.
она от нас хочет? Я не знаю. Что это за звук? Я пойду проверю, что там за звук. Что случилось? Там сербская леди, она гналась за мной. Я пошла на балкон, и она была там. Но как она попала сюда? Я не знаю. Возможно, она и есть из другой реальности. Вроде все утихло. Я проверю. Смотри только, пожалуйста, аккуратно. Там нет никого, Милана! Ева! Где они? Она ее утащила? Ладно, может, я смогу что-нибудь сейчас придумать. Кажется, кто-то что-то написал. Хочешь вернуть подругу? Да, конечно! Тогда слушай меня. Слушаю. Вы должны извиниться. Хорошо, мы извинимся. Извиниться. Хватит писать, мы извинимся. Извиниться. Извинитесь. Извиняйтесь. Я не люблю, когда смотрят на мой танец. Сербская леди, прости, пожалуйста, за то, что мы смотрели на твой танец. Прощаю. До встречи. Ева, очнись! Ева! Милана. Похоже, мы вернулись к себе. Что это было в сербской леди? Слушай, я не верю в это. Наверное, это был просто сон тебе. Ладно. Да, похоже, это было правда. А чтобы больше видеть нашей личной жизни, неудачных кадров или спойлеров на следующей серии, переходите по ссылке в описании, по QR-коду или же по названию. До встречи!